Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hustle Castle. Никак вы не даете мне отдохнуть, ребята, ну никак просто-напросто. Что ж, по вашим просьбам я включаюсь вновь в игру. Так, ну что ж, давайте посмотрим, мне сказали, что прошло какое-то недавнее обновление, и я хочу глянуть на него. Так, что у меня здесь? Ух ты, смотрите-ка, 100-й уровень получил партизанчик-то у меня. Так, слушайте, или мне кажется, или, по-моему, что-то с музыкальным сопровождением тут не то. Поменялось все совсем. Так, ну ладно, не в этом суть, давайте посмотрим. Так, результат клана войны. Вау, мы заняли 4-е место. Молодцы, ребята, что я могу сказать. Очень хорошо вы выступили. Так, а что это такое? Один день, 23 часа. Так, 21 день сладкой жизни. Расширена награда. Так, подожди, а что это вообще такое? Что это мне предлагает? Купить за 149 рублей? Секунду. Так, сокращение. Это премиум или нет? По-моему, похоже на премиум. Расширенная награда ежедневного сундука. Купить за 149 рублей. По-моему, ребята, это премиум. Ладно, хорошо. Давай посмотрим, что у нас здесь. Естественно, откроем сундучок с вами, посмотрим, что из него выпадет. Я уже даже и не надеюсь, ребята, на что-то хорошее, потому что все время здесь мне подбрасывают всякую ерунду, поверьте мне. Уже давным-давно. Так, что ж, мои ребята такие грустные-то все. Надо им немножечко поднять, мне кажется, настроение. Вам не кажется? А мне кажется, ребята. Так, и я чувствую, нужно мне приобрести вот эту вот штуку за 149 рублей. Кто-то пишет мне все время в комментариях, а вкладывался ли ты в эту игру? Да, ребята, не буду скрывать. Я в эту игру вкладывался, и не сказать, чтобы так уж сильно много, я не какой-то там донатер заядлый. Но чуть-чуть мне пришлось, ребят. Я покупал себе строителя одного, это точно я вам говорю. И в основном остальной донат у меня всегда шел на открытие увеличенного, скажем так, дропа при прохождении, да-да, именно портала. Вы знаете прекрасно, что для этого нужно. Для этого нужно нам приобретать, да, вот этот. Обычно я покупал ловец душ за 2000 кристаллов. Чтобы приобрести 2000 кристаллов, нам нужно с вами примерно вбабахать. Я уже не помню, сейчас посмотрим. Это у нас идет в сокровище. В сокровище, по-моему, да? Или в разные? Нет, по-моему, это идет. Черт, я уже забыл, ребят, куда это идет? В добычу. Да ладно, как. Вот, вот сюда. Ну, смотрите, 2000 кристаллов, да? Грубо говоря, берем вот это 2500, получается 1000. Ну, 1400. Ну, из расчета того, что ты еще успеваешь что-то накопить своего. Ну, ребята, тыщенкой, грубо говоря, это вы еще легко отделаете. 1000 в неделю приходилось вкладывать. Ну, это в неделю. Я не каждую неделю ходил в портал, поэтому для меня, как бы, это, ребята, не так уж и напряжно. Но для некоторых это существенные деньги, поверьте мне. Ну, а иначе, ребята, никак, никак. Ну что же, наверное, нам придется. Или давайте мы сделаем так серию. Не буду я сейчас ничего вкладывать. Хотя 149 рублей, я считаю, что это дешево. За 21 день сладкой жизни. Ладно. Так, с чего бы нам начать? Ну, давайте для начала мы посмотрим, что вообще у нас тут происходит. Я вижу, у нас открыт портал. Осталось буквально немножко, потому что сегодня уже наступило воскресенье, вы сами знаете прекрасно, в воскресенье вечером он закрывается, в понедельник. И к тому же здесь, слушайте, смотрите, темных душ 251 миллион. То есть 251,5 даже миллион душ. Я так понимаю, судя по тому, как здесь осталось много темных душ, портал не очень жаждут проходить люди. Или же, возможно, здесь они завысили, как сказать, завысили темные души, вообще включили сумму темных душ в портал, достаточное количество, чтобы можно было фармить. Ну, я вот редко помню, что под конец недели вот столько оставалось. Странно очень. Хорошо, жалко, здесь нет статистики, которая бы показывала, сколько игроков играет в данный момент в эту игру. Очень бы хотелось бы посмотреть. Так, ребят, спасибо вам большое за подарки. Я сейчас заберу их все, вам немножечко попозже, естественно, отправлю. Так, ну что же, давайте глянем, ребятушки, с вами, пожалуй, аренку. Я схожу. Давайте будем участвовать. Так, выберу, пожалуй, вот этот состав.
подтверждаем, посмотрим, что у нас там, изменилось что-то или нет. Я думаю, что здесь сейчас, в данный момент, находятся у нас одни хаи. Я даже, знаете, как могу это проверить? Элементарно, смотрите. Выбираем сейчас кого-нибудь такого слабенького. 45-й, 47-й. Так, здесь у нас 40-е, 47-е. Блин, да что ж такое-то? А кто-нибудь 44-е? Так. Ну, вот давайте 40-й. Ву. Глянем. Так. И что я тут посмотрел? Давай разведочку сделаем, наверное. Так, смотрите, ребята. У него... Так, 1 622 тысячи мощей. Причем, не забывайте, у него 40 уровень. Вы представляете, а у меня хай, ну, по уровню я. И он практически такой же, как и я. То есть я вообще нубас полнейший здесь. Скатился дальше некуда. Ну, естественно, мы с вами начнем еще портал. У меня есть, точнее, не портал, это, ребята, у нас бухта. И есть бесплатная попытка, поэтому, да, почему бы не сходить. Размещаем своих... А, у нас вот так вот даже. Смотрите-ка, уже ареночка накопилась. Ну, давайте тогда посмотрим, кто у нас здесь. Нифига меня куда засунули-то, а? Что-то как-то больно круто. Ой-ё, лучше бы я... Ой-ё-моё. Лучше бы я этого... Лучше бы я этого не видел. Да куда же вы... Жесть. Да, ребята, ничего не изменилось. Как были хай, так они и остались. И причем их, по-моему, очень даже много, даже больше, чем когда-либо. Ну что ж, давайте посмотрим, как у нас тут произойдут дела. Ускоряться я не могу, потому что у меня, ребята, премиум закончился. Но, как вы видите, меня тут разбирают довольно как-то легко. Так, у него ресы есть? У него ресы есть, ребята. И ресаются они довольно часто. Ну все равно вы... Да ладно! Это как понимать? Да нет, мы должны победить здесь, ребят. Все. Падает у них последний маг. Фух. Да, ну офиг радоваться, если там такие хаи стоят, что я боюсь, просто не смогу с ними справиться в дальнейшем. Так, ладно, мы пока с вами отправляемся домой. Забираем здесь, что мы получили. Нет, я не буду это смотреть сейчас в данный момент. Слушайте, и хочется купить, и не буду, ребята. Не буду я пока. Вообще, эту серию, ребята, я делаю только по вашим просьбам. И единственное, чего я не могу понять, какое же все-таки здесь прошло у нас обновление. Я ничего нового не вижу, если честно. Меня это даже немножко коребит, если честно. Что ж тут такое произошло-то, а? По крайней мере, игра не просила у меня никакого обновления. Очень странно. Ладно. Так, мы с вами хотели сходить в бухту. Тут, понимаете, еще время идет. Ладно, я думаю, что сходить в бухту можно. Начать поход бесплатно. Так, ну, разместить лучших. Подтверждаем. В бой! А, ну да, конечно же, магию-то, естественно, нужно. Поехали, ребята. Посмотрим, как мы здесь немножечко развернемся с вами. Хотя фиг ли тут смотреть, если... Так, 7 секунд, ладно, я успею сделать, наверное, пару боев. Блин, хотел сказать, давайте ускоримся. Ни хренашечки у нас тут не получится ускоряться. Ладно, давайте посмотрим так в замедленном действии, как это все у нас будет происходить. Так, мои зелененькие, да. Так, уже опять пошло выбор соперника. Ну, давайте валить в этих быстрее магов всяких и лукаря этого арбалетчика. В конце-то концов. Да что? Ну, отлично, все, они упали. Ребят, мы с вами... Сразу же перелетаем на арену. Да-да-да, я понял, что у нас здесь... Кто там? Ижека следующий будет враг. Все, я понял прекрасно. 2 минуты осталось, и я обязательно... Так, давайте. Вот, смотрите, уже ребятушки у меня веселенькие. Прям радость пылает на ихних устах. И мы с вами выбираем, кого нам выбрать. Ой, ё-моё. Ну, подожди, я его не могу взять. Почему? Потому что я с ним уже дрался, да? Ну, давайте вот этого. Слушайте, это, по-моему, последний враг, которого я смогу здесь одолеть. Дальше уже идут за 2 ляма. Так, ну, посмотрим. Артефактов нет? По-моему, нет, ребята. И разбираю я довольно легко его, так что... Пум-пум-пум. Победа здесь за нами. Ну, знаете, что я вам скажу? Это все ничтожно. Я смогу победить их, ну, а дальше-то что? Дальше абсолютно ничего. Дальше просто фейл будет, галимый.
Я сейчас лично... А я смогу посмотреть? Да, я смогу посмотреть. Смотрите, ребята. 2400. 2700. Ну, я имею в виду 2 700 000. Так, 1 400 000. Ну, вот этого я смогу. Если я с ним еще не дрался, конечно. Этого уже вряд ли. Этого тем более. Даже не знаю, что вам сказать, ребята. По-моему, это будет у меня последний бой, который я потянул. Остальное все будет, ну, как я вам говорил, уже фейл. Ладно, мы возвращаемся с вами домой, и я продолжаю проходить в бухту, где, естественно, я тоже далеко не пройду. Поехали. Так, ну что, ребята, орлы мои, мы встречаемся. И тут, ну, как сказать вам, вроде бы идет пока неплохо. Если что, ребята, у меня есть ледяная магия, которую я могу просто всех застанить и разобрать потихоньку. Ну, я думаю, что не буду я... Тихо. Вот так вот, отличненько. Все бойцы у меня живы, все здоровы, а мы с вами продвигаемся дальше, и у нас тут третья волна. Лям, почти лям 300 мощей. Это у нас, я не знаю кто, кореец, японец. Не имеет значения. Это у нас узкоглазенькие. Так, давайте-ка, наверное, мы сейчас... Хотя, я думаю, так разберем, да? Или же нет? Щекотливая ситуация довольно-таки. Но вроде бы главное, чтобы не упал мне. А если упадет, чтобы рисанули его. Ой-ой-ой-ой-ой. Как это так? Ах, ну смотрите, он поглощение сделал. Ну что же, все равно они упали, ребята. И мы с вами передвигаемся дальше. И враг у нас здесь сколько? 1 300 000. В принципе, ненамного он ушел от предшественника своего. Но в данный момент меня не это интересует. Сейчас мы переходим опять же на нашу арену и смотрим. Так, ребятушки, кого же мне взять? Давайте хотя бы этого. Слушайте, единственное, что я заметил, по-моему, поменялась музыка. Да, и больше ничего. Так, ну что же. Так, ну, судя по тому, как мы играем, есть шанс у нас. Ага, он с артефактами. Тогда плохо. Хотя, вроде бы, ребята, все у нас здесь на ладах. И мы... Да, мы с вами побеждаем и продвигаемся с вами дальше. Фух, а вот теперь я боюсь, это действительно был последний бой, где я мог что-то с вами сделать. Потом меня будут просто ложить на лопатки и давать по щам. Так, возвращаемся с вами домой. Здесь все вот это вот забираем. Улыбочки, настроение, древесинка даже есть. Ну и сталька маленькая. Так, здесь у нас яблочки. О, смотрите-ка. Что, мы забираем сундучок и еще один, да? И еще один, ребята. Шикарненько. Так, ну что же, пора нам вернуться с вами в бухту. Так, бухта меня рада встретить. И враг у нас, как я говорил, 1 300 000 мощей. Поэтому поехали. На этот раз нам, наверное, придется все-таки с вами воспользоваться магией заморозки. Я, естественно, это сделаю, чтобы хотя бы резать. Молодцы, молодцы, маги, красавцы. Так что, что это за подлагивание? Мне это не нравится, ребята, это очень плохо. Это может мне выйти боком, но, слава богу, у нас здесь все прошло хорошо, удачно. Так, следующий враг у нас кто? Хантерс, какие-то хантерсы. Чешские, видимо, да? NRQ. Ладно, чехи. Я думаю, что пора вам немножечко дать трепки. Поехали, ребята. Добавить. Что я могу добавить? А, они просят меня добавить магию. Ну, естественно, я буду... Да погоди, не это мне нужно было. Мне надо вот так вот делать. Отличненько. Ах ты, елки-палки. Только хотел я чехам задать трепки, как мне написали. Выберите противника на арене. Естественно, ребята, я выберу. Ой, как я... Слушайте, а по-моему, все, ребята, приплыли мы с вами. Так, этого я не могу, не могу, не могу. Ну, а с этими, как вы понимаете. Да, да, ребята. Могу сказать одно, что ниже вот этой планки я не опущусь, но и выше я тоже не смогу подняться. Как же меня это коребит. Как бы я сейчас с удовольствием бы... И причем, чувачки-то все не русские. Смотрите, здесь чехи. Здесь, видимо... Я не знаю, кто это такие, но стопудово не наши. Валерио. Нету здесь наших. Тут не осталось. Вот, 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 вот Алекс это. Русских охотники. И вот русские медведи. Культяпа. Это наши все, ребята. Ну, а остальные, я больше уверен, что не наши. Это даже можно как-то... Ой, ё, Колыма, ты посмотри...
Ты посмотри, как они заточены, обточены, переточены. Слушайте, а если я гляну, кто у нас тут самый мощный? Вот этот вот или вот этот вот? Ну, давай я вот этого гляну. Слушайте, ну этот как-то так себе. Вообще даже никак, грубо говоря, не того, не считая того, что у него только легенда. Но вот этот, по-моему, это что-то. Ты посмотри. Ядрёна вошь. Голимый донатер, поверьте мне. Это донатер. Столько бабла вложите на заточку, тем более синий фиол. Ёпарасоте. Ну, если он, ребята, какой-нибудь там европеец или американец, то, поверьте, для них это копейки. Я не думаю, что для европейцев или американцев идут какие-то особые расценки. Это мы будем в полной заднице с такими ценами, потому что мы... Так, выберите... Ну, а что? Что вы выбрали? Да хоть кого выбирай, ребят. Ну, давайте просто посмотрим. Просто посмотрим, как это будет все выглядеть. Вот смотрите, начинается у нас бой. Я вырвал того паренька обточенного. Вы посмотрите, как все сейчас будет дело происходить. Как вам, нормуль? Я думаю, что нормуль. А вам показухи вот этой вот вполне достаточно. Вы посмотрите, они вырезали всех. Вырезали у меня магов, лучника. Да? Эпичная концовка. И что они хотят после этого? И еще они... Нет, я говорю одно, разработчики, вы можете сразу закрывать на русских игроках, здесь вот ставить крест большой и толстый, и просто переходить в европейский контент и продвигать игру там, потому что нам здесь уже делать, походу, нечего. И вы еще удивляетесь, почему в этой игре становится все меньше и меньше игроков, именно русского. Вы сами, россияне, сами придумали эту игру. Это русские разработчики, ребята. И такой фарш вы делаете для нас же. Молодцы, продвигайте в таком же духе. И будет вам счастье. Так, ну что же, ребята, а мы будем выжимать из себя последние соки. Как говорится, мы отправляемся с вами в бухту. Так, и... Ну, этого, я думаю, еще чеха я смогу завалить. Чешские охотники. Я думаю, что это так примерно переводится. Так, пора-ка их немножко вот так вот заморозить. Угу, отлично. Так, я думаю, что тут победа будет за нами. Главное, чтобы не... Нет, упал, резайте. Фу, рисанули, молодцы. Так, не упал, отлично. Значит, есть еще какой-то маленький шанс пройти нам с вами дальше. Так, там такие ребята стоят, да? Все в костюмах купленных, ё-моё. Хм. Ладно, не будем... Долго задерживать народ. Просто-напросто побежим с вами атаковать. Да, играю, ребята, ночью. Поэтому у нас вторжения, как вы понимаете, нет никакого сегодня. Вот, но зато я собираюсь... О, смотри, что делает, смотри, что происходит. Ядрен батон, ну, рисанули и то, ладно. Так, с артефактами, значит, эти, да, охламоны. Ну что ж, за это им пора, ребята, поплатиться своими жизнями. Отличненько все у нас тут прошло, культурно. Так, у меня 3 магии, плюс 2 потраченные. Я думаю, что надо их восполнить, естественно. Надрать немножко задницы здесь. Так, погоди-ка. В бой. Да, я хочу добавить, естественно, хочу. Так, осталось время для... Нет, спасибо, туда я уже не пойду. Там уже делать нечего, а вот здесь я немножечко еще повоюю все-таки. В бой. Подожди. А что еще добавить? Ах, еще можно, да-да-да, ребята, пардончи. Теперь вроде бы как все. Поехали в бой. Будем проучивать этих ребят. По крайней мере, постараемся. Так, сейчас думаю, что у меня будут лететь головы. Оу, тихо. Какого лешего ты там оказался? Как ты так умудрился сделать? Не нравится мне это все. Ай-яй-яй, как не нравится. Слушайте, ребят, по-моему, у меня кто-то упал. Не хватает, да, не хватает мага. И какой же это маг-то у меня упал, а? На... Наверное, на хил, скорее всего. Блин, ладно, ребята, я поставлю вот этого бойца. Не знаю, что мне это, конечно, даст. Так, использовать. И, естественно, здесь тоже использовать. Фух, поехали в бой, ребята. Я в данный момент, ребята, что могу сказать вам? Оставлю я прохождение вот этой всей игры до отпуска. Отпуск у меня будет скоро. И тогда, возможно, мы с вами возьмемся в плотненькую с этой игрой. Ну, а пока, как вы понимаете, я... буду делать контент немножко другой. Я сейчас хочу поиграть игрульки не больше как на Android, а больше как на ПК. Канал для этого я специально создал.
Вот, и сейчас буду играть. Тем более у меня есть во что поиграть там. Так что, как... Ой. Так что, как говорится, я могу вам сказать одно, что милости прошу у вас к нашему шалашу. Естественно, обязательно буду ждать ваших комментариев, как вы к этому относитесь, что нравится, что не нравится. В общем, все будет зависеть от вас. Так, ну, естественно, ребята, мы не будем забывать игры на наши гаджеты. Это само собой разумеющееся. Только единственное, что могу сказать, будут они выходить, наверное, пореже, потому что мне не разорваться. Так, ну, здесь вроде бы все, да? С этим мы покончили. Блин, я вот не знаю, мне вот этот один день, 23 часа. Черт, закончится, и я не смогу купить себе потом премиум. Нет, я смогу купить его, ну, естественно, уже за более высокую цену. Хотя... Не знаю, не знаю. Так, мне еще надо будет подарки вам отправить. Главное, не забыть это все. Сколько у меня? 218 сундуков. Ох, ну давайте посмотрим, что у нас здесь. Давай, не томи, вскрывай. Так, у нас билетики. Вот это вот мы с вами разбираем. Это нам не нужно. Погоди, ай. Ну ладно, давай посмотрим, что здесь. Так, ладно. Ну, а здесь-то нам что достанется? Так, ничегошеньки хорошего, разбираем. Ту-ту-ту-ту-ту. 5 билетов у меня еще на арену есть. Может быть, рискнуть, ребята, а? Сходи, давайте поставим еще разочек. Может быть, нам фортанет и достанется какая-нибудь не очень сильная компашка. Так, забрать награду, естественно. Сколько я там получу? Наверное, 100 очков всего лишь. Или меньше даже, ну-ка. 100 очков, даже не 150. Ну что же, я думаю, что еще разочек я запишусь участвовать. Так. Фух, поехали. Если опять попадутся одни хай, то уж простите. Так, ну у нас еще с вами бухта самоцветов не закончена, поэтому будем ее проходить. Вы скажете, почему ты, Рэй, шепотом говоришь? Потому что у меня все ребята спят уже, все спят. И я не хочу орать тут во всю глотку, прикалываться, смеяться. Будем все это делать очень тихо и аккуратно. Поехали в бой. Что? Недостаточно бойцов? А кто же у меня упал-то опять, а? Да, кто-то упал. Ну, мне выбора нету, ребята. Будем идти не полным составом, естественно. Погнали. Ой, и всего лишь две заморозки. Так, ладно. Пум, попробуем. Что-то как-то хреново у нас получается, ребята, если честно. Ёпарасоте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы посмотрите, даже моя заморозка здесь не помогает. Ёкалэмэнэшечки. АБВГДшечки. Нет, по-моему, никаких шансов абсолютно нету. Хотя... Нет, нету. Или есть? Ты посмотри, у меня один лучник выжил. Ну, естественно, дальше уже точно никаких шансов нету на победу. Но, тем не менее, ребята, я очень хорошо продвинулся. Очень хорошо. Да, я буду забирать награду. Что у нас? 7 из 10. То есть еще время есть, поэтому давайте посмотрим, что нам достанется в этом сундучке. Ну давай, не томи. Так, ну что, неплохо, даже два самоцвета. Ну, правда, обычные. Жаль, я, конечно, рассчитывал на что-то лучшее. Так, где мне можно почитать награда за... Та-та-та-та-та? А где новости? Так, вы никогда не задумывались над тем, что... А, ну это понятно, ребята, это визуальное оформление. Это у нас было. И... Как же оно там делается-то? Я уже забыл. Вы говорили, что можно поменять флаг, по-моему, бесплатно. Угу. Выбор соперника уже идет. Давай посмотрим, что у нас на этот раз. Практически на равных. Очень хорошо. Плохо. Хорошо. Плоховато. О-о-о-о! Сколько? О-о-о! Это что за... Это что за чудо такое, а? Ядрёна батона. Ты пос... Я не удивлюсь, ребята, если он будет в топе. Я имею в виду в этой арене. Так. Ну, я возьму, естественно, какого-нибудь слабенького. Поехали, для начала вот с этим разберемся. Черт, так и хочется ускорить, но нет уж. Никак. Так, что, я смотрю, артефакт у него есть. Он вызвал лучника себе в помощь. Ладно, здесь разобрались. Так, магов мы тоже, как видите, ложим. И остался лишь лучник. Тоже упадет сейчас. Странно, не было ресерчиков у него. Ну, для него это плохо, для нас это хорошо.
И мы с вами идем домой и смотрим. А что смотреть? Смотреть нам не на что, потому что... Нет, можно, конечно, немножечко... Можно немножечко, но нужно ли нам, ребят? На ускорение, да, я бы, наверное, пошел бы. Если бы у нас было бы. Я бы дошел бы до 17-го. Точнее, до 6-го уровня. Возможно, я бы добрался где-нибудь до уровня, так, 70-го. Без каких-либо там усилений. Я собрал бы все эти ящики, сундучки, повскрывал бы. Стопудово мне бы выпала там синюха. Ее бы я, естественно, разобрал бы и начал бы клепать себе фиол. Но так как у меня нет этого ускорения, и это будет все очень долго, поэтому я пропущу этот момент. И просто мы напросто с вами отыграем. Отыграем турнир. Граф. Это наш. Наш. Видно сразу. Граф. И смотрим. Разведочку я брошу просто-напросто. Хочу посмотреть. Ну, в принципе, этот парнишка такой же, как я. Не особо сильно развитый. Ну, да. Статистический русский игрок. Сразу видно. Так, ну что же. Я смотрю, у нас выбор очередной идет на арене. Давайте-ка мы с вами немножечко определимся. Так. Вот этот чувак даже не в клане. Видимо, его выгнали, или, может быть, он сам ушел. Так, где же у нас... Да что ж такое-то? Ну, давай вот попробуем с этими. Просто хочется посмотреть, как у нас пройдет. Фига у него там 440. Так, ладно, подождите, ребята. У него там было 4 четверки, или даже 5 четверок. Так, секунду, что-то тут происходит неладное, ребята, что-то неладное происходит, потому что... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, давай, родные, давай, прожимаем. Давайте, мечники, родные мои, ну, не глумитесь, просто валите врага и все, давите его массой. Молодцы, красавцы, они справились. Все сейчас было сделано четенько, но, ребята, это... Слушайте, 1.5.8 версия, ну, что ж тут нового-то появилось, я никак не могу понять. Так, может быть, что-нибудь... Да нет, бонус. Ни хрена себе. А, ну это и был, ребята. Этот бонус у нас был. Сокровище. Так, ну это за видосик. Ну, ничего абсолютно, ребят. Ну, не знаю я. Так, а как же там изменить... Я не помню, как поменять флаг. Куда же там нажать-то надо, а? На редактирование, по-моему, да ведь? А ну-ка попробуем сейчас с вами нажать. Так, поддержка, тренировка. Да нет, какой нафиг? Ну все, звездец, ребята. Вот что значит давненько не заходить в игру. Я разучился. А, все, вспомнил, кажется. Это делается у нас... Вот здесь вот, да, изменение замка, именно. Ну, я хочу, например, посмотреть. Ага, вот у нас как все это выглядит. Нифига себе. К моему району это очень хорошо подходит. Снег, все дела. Так, а это что? Ну, давай, не тупи. Ну, это более такое тропическое. Мельница. Воу. Дон Кихот там, что ли, да, у нас? Ломанчинский стоит. Так, ладно, хорошо, у нас, ребята, с вами поединок на арене. И я возьму вот это. Нет, Гэндальфа не будем брать. Возьмем, пожалуй, вот. Подожди секунду. Так, кто это у нас? Что за, кто такой? Ксаюда? Ну, давай попробуем тебя немножко помурыжить. В принципе, должны сейчас легко с ним справиться, потому что он очень слабенький по мощам. Да, ребята, вот таких вот ребят мне и приходится колбасить. Стыдно, горько, но ничего поделать не могу. Арена так сделана, что бей меньше себя врагов. Это вам не где-то там стычка у междуречья. Это вот так вот. Жестокая правда. Рулит, как говорится, везде мощь. Так, и что же я хотел-то? А, я хотел, ребята, да, поставить себе хотя бы флажок, что ли, на худой конец. А могу ли я его? Флаги, да, могу. И флаг я поставлю себе. Национальные флаги. Естественно, свой. Где наша русская нация?
Да. Вот так вот. Подожди. Вот так вот, елки-палки. А подожди, а что это? Я не помню, что это за флаг. Ну, смотри, тоже триколор. Так, черепица в плане. Тут еще и черепицу можно поменять. А зачем? Жесть какая-то. Так, даже кирпичики можно поменять. И окна. Хм. И погоду можно поменять. Постоянно дождь, да? 1500 кристаллов. Нифига, штормуха, ребят. Зима, круто. А это что такое? Что-то я не могу понять, в чем. Никакой, по-моему, разницы, ребят, абсолютно. А, туман, типа, да? Ну, бред. Так, мост. Мост можем изменить, да? Этот почему-то недоступен. Так. Так. Такой есть мост. И... Во, вот это прикольно смотрится. Но все равно, ребята, я думаю, что это того не стоит, чтобы платить бешеные деньги. Хотя ребята, которые копят там на турнирах, на аренах, они получают по 1000, по 5000 этих кристаллов, они могут себе позволить в легкую. Но так как мы не такие игроки, мы себе этого не можем позволить. Нет, кто-то может донатить. Я не хочу, я не буду. Так, ну что ж, давайте с вами определимся. Не потянет, не пойдет, нет уж, спасибо большое, не хочу. Поехали, посмотрим, кто кого. Мы практически одинаковы с ним по силам. Ну, я почему-то думаю, что у меня сейчас, если у него есть хоть один артефакт, то мне кранты, ребята. Оу, мне даже без артефактов, по-моему, кранты. Хотя, бабулька еще надо, и сказала. Так, что за фигня тут произошла? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, давай-давай-давай. Молодец, Рез, молодец, умница. Так, что такое, что-то... Ух, да неужели вырулим? Так, подожди, резайте еще. Что он там делает, я не могу понять. Оу. Слушай, какой-то там хил, по-моему. Так, хил упал. И арбалетчика мы вынесли. Причем у меня остался лишь один маг. Ну, молодцы. Что я могу сказать, очень круто справились. Щекотливая была ситуация. И все, по-моему, ребят, больше я никого не смогу одолеть. Ух, жалко. Очень жалко. Так, домой, 46 секунд у нас осталось. Мы дождемся окончания этого времени. Так, ну, естественно, ребята, у меня, по-моему, никаких кристаллов нету. Хотя, вру, ребята, есть у меня 10 синих. А это означает, что я могу заказать один фиолетовый шмот. И я думаю, что... Я сделаю кольцо. Я сделаю кольцо, ребята, я не знаю, на кого, на что, ну, пускай оно делается. Так, и вроде бы все, да? У меня больше... Ну, я могу две синие шмотки сделать, ну зачем? Так, у меня яблок. Много яблок. У меня много... Ну, как много относительно, ребята, красных сундуков. Так, что у нас здесь выпадет? Спасибо большое, разбираем. То есть, если мне идти и хорошенько пофармить портал, как раз еды-то у меня в достатке. Надо будет взять это на заметку. Так, что у нас там, выбор соперника, да, было? Ну, давайте выберем с вами кого только вот. По-моему, уже все. У нас с вами предел. Так, здесь победа. Ой, ё-моё. Обалдеть. Это же он, да, ребят? А я вам сказал, что он будет на первом месте, поэтому не удивляйтесь. Слушайте, а я пойду на него специально схожу. Посмотрим. Давайте просто глянем. Мне вот любопытно. Ёпарасоте. Ты посмотри. Тык-тык-тык. Слушайте, ну я разок все-таки уронил у него бойца. Да, были бы у меня артефакты, возможно бы и не разок бы уронил бы, а пару разочков. Ну, а так, сами видите результат. 3800 мощей, ё-моё. Я, по-моему, в свое время смотрел, максимально мне попадался 3500. Ну, тут уж какой-то перебор. Хотя, ребята, очень много читеров в этой игре. Очень много взломщиков, которые ломают, наживаются нечестным, как говорится, путем.
Не знаю, находят, банят их, но, по ходу дела, очень плохо работает у нас система бана. Может быть, даже кому-то это и выгодно. Так, ну что, думаю, что дальше нет смысла, ребят, продолжать, потому что на арене меня просто будут выносить. Врагов, ну, каких? Ву? Есть только его, а зачем мне на него нападать? Повышать себе рейд. Хотя до 3000 можно было бы как-то его повысить. И было бы, наверное, хорошо. Так, у меня еще 4 билета осталось, ребята. Это я, наверное, оставлю на потом. Когда у нас будет все хорошо, и мы с вами конкретненько займемся этим делом. Ну, а на этом, пожалуй, все. Ребят, я, честно говоря, заходил. Я думал, что здесь будет какое-то обновление. Мне, по крайней мере, так написали. Но я почему-то его не увидел. Жаль, очень жаль. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом, пожалуй, я буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, мы вскоре с вами увидимся и продолжим играть в эту игру. Так что всем пока, всем удачи и до новых видосиков, ребят.